Спортивно-оздоровительный комплекс вместимостью до 200 человек построят в городе Жаноузен. Социальный проект реализует благотворительный фонд «Халык». Кроме того, к юбилею города фонд планирует завершить строительство 20 детских дворовых комплексов. Социальная поддержка в регионе будет оказана на сумму более чем 1,4 миллиарда тенге. Между акиматом Ангыставской области и фондом «Халык» подписан меморандум, который даст старт новым социально значимым проектам. Мы планируем запустить 20 дворовых площадок. То, что касается физкультурно-оздоровительного комплекса, мы должны понимать, что это капитальное строение. Только на разработку ПСД у нас идет 1,5–2 месяца. И думаю, что на строительно-монтажные работы 10–12 месяцев. Я думаю, что к следующему октябрю, также к празднованию Дня города, я полагаю, что мы успеем этот объект ввести в эксплуатацию. Завершить возведение 20 детских комплексов планируют уже осенью. Аким города Жаноузена Айбек Усуаков сообщил, что новые площадки планируется открыть к 55-летию города. Акиматом выделено 20 участков в городе и прилегающих населенных пунктов. Для жителей это отличная новость и станет подарком к юбилею города Жаноузен, 55-летию, которую мы отметим в октябре. В новом спортивно-оздоровительном комплексе будут созданы секции бокса, тенниса, мини-футбола, волейбола и баскетбола. Завершить проект планируют за один год. При возведении комплекса будет создано 150 новых рабочих мест. Постоянную работу получат свыше 50 человек.